Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Смотрите, какой шикарный у нас сегодня узор. Просто бомба, просто я не знаю. Я вот этот образец вязала, я в восторге от этого узора. Вот у меня образец другой пряжи, ну, в общем, можно варьировать его из любой пряжи. Даже, я думаю, из махера будет очень безумно красиво. Вот, вот такой вот образец. У меня осталась пряжа, кстати, от кардигана Кучинелли. Здесь он у меня Ализе Ангора Голд. Вот. И пайетки. Очень-очень красиво смотрится. Кстати, кардиган был бы вот такой простой, классический, очень красивый из этой пряжи. Значит, что у нас лежит в основе? У нас лежит в основе число петель. Я буду показывать на этом образце, чтобы насладиться просто процессом именно вот этим еще немного. Число петель кратно 2. Вот, видите? Плюс 1 петля для симметрии. Вот здесь вот, чтобы была изнаночная. И узор у нас состоит всего из 2 рядов. Это 1 изнаночная. Вот, 2 петля. Мы спицу вводим слева от петли, подхватываем нить, достаем ее и оставляем на правой спице. А вот эту вот петлю провязываем лицевой. И снова, то есть это 2 петли достаем, то есть мы достаем дополнительную петлю и провязываем. 1 изнаночная, 1 дополнительная. Основную провязываем лицевой, изнаночная, дополнительная, лицевая. И некрасивый узелок у меня в кадре, изнаночная, лицевая. Видите, я придерживаю эту петлю пальцем, чтобы удобнее было. Раз, захватила, придержала, тогда только провязала вот эту. Тогда будет намного удобнее. Раз, придержала, провязала. И до конца вяжу, до конца ряда. И в конце ряда изнаночная петля. И кромочная изнаночная. Второй ряд. Первую петлю снимаем, вторая петля лицевая, и вот эти вот 2 петли, которые мы провязывали, лицевой и дополнительная, провязываем вместе, изнаночная, лицевая, 2 петли вместе, изнаночная, лицевая, 2 петли вместе, изнаночная. Что хочу сказать по поводу как бы этого узора. Вот видите, я вяжу сейчас спицами 5 миллиметров. И толстая пряжа, и достаточно свободно. Вот он классно смотрится, когда он свободно связан. Он тогда такой пышный, рыхлый, очень такой объемный, приятный, мягкий, такой уютный, я бы сказала. Вот, вот именно вот это слово, как, по моему мнению, больше всего подходит к этому узору. Вот уютный он, да? Вот. Очень так приятно с ним работать и вязать, одно удовольствие, девчонки. Все, вот такой вот у нас узорчик. Вот. На сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Вот видно вам пайеточки. Всем пока-пока. Шикарный кардиган будет вот такой вот, очень классный. Воздушный, уютный, уютный. Все, всем пока, девчонки.